Ладно, народ, я на месте. Ведите меня. Готов? Может, хоть растяжку сделаешь? Нет, все хорошо, я готов. Ладно, устроим тахионом тест-драйв. Хорошо. Отлично, уже чувствую. Тахионный ускоритель заряжает силу скорости в твоих клетках. Как себя чувствуешь? По-новому. Посмотрим, за сколько ты добежишь. По моей команде? 3, 2, 1. Давай. Да уж, вот эта штуковина дает. Как быстро он обычно бежит? Не так быстро. Даже близко нет. Показатели в норме? Да, все идеально. Круто. У него будто свой пит-стоп на груди. Народ! Я могу и быстрее! Давай. Я вернулся. Сколько я бежал? Скажем так, ты втоптал в грязь свой прошлый рекорд. Ты в 4 раза быстрее, чем был когда-либо. В 4 раза? Ты стал быстрым, как зум. Точнее даже, быстрее. Слушай, а можно сделать эту штуку меньше, а то выглядит отстойно? Ну, раз отстойно, ладно. Осталось понять, как попасть к зуму. Да, но тут маленькая загвоздочка. Мы закрыли все бреши и не знаем, как их открыть. Но... Уэллс! Есть предложение. Давайте не будем их открывать. Забудем о брешах и о зуме. Прости, я думал, ты с нами. Нет. Нет. Я обещал помочь тебе стать быстрее. Я не обещал дать тому, кто пытал мою дочь, шанс сделать это снова. Слушай, мы не допустим этого. Вы этого не допустите. Как же я сразу не догадался. Поймите, Зум не похож на нас. Он ни к чему не привязан. Зум никем не дорожит, а я дорожу. Моя дочь где-то на этой планете. Я должен ее найти. Все мы кем-то дорожим. Зум воспользуется этим, уж поверьте мне. Может, оставим все как есть? Нет, нет, послушайте. Мы не бросим другую землю в беде. Мы не дадим Зуму избежать наказания. Сейчас на другую землю никак не попасть. Пусть так и будет. Мы вернемся на Землю 2. Даже без его помощи. За работу!